Привет, друзья! Наша экскурсия продолжается по парку Старая Софиевка. Мы идем по винтовой горке, и с высоты этой горки открываются очень красивые живописные виды. Дно реки выложено гранитом. Вдалеке виднеется водопад Змея, я ранее уже рассказывала о нем. Мы подошли к гроту, и когда заходишь внутрь него, то слышно шум водопада. Сейчас мы входим в грот. Какой? Заходишь и слышишь шум водопада. Грот зеркала Дианы в 1796, в 1802 закрыли его. Мы подошли к водопаду Три слезы. Здесь София оплакивала своих умерших в детстве детей троих. Мы подошли вот к этому мостику, это так называемое место уединения, где любила находиться первая жена Потоцкого. Она трагически погибла, и к ее смерти были причастны родители Потоцкого. Мы подошли к гранитному обелиску, который называется «Усеченная колонна».
Это память о ранней смерти троих детей Потоцкого. И вот около памятника обелиска установлен надмогильный гранитный такой камень, который напоминает спящего льва. И мы подошли к гроту, которая называется Грот Желания. Туда внутрь заходишь, проходишь вот так вот вдоль стен, загадывая желания, и говорят, что они исполняются.